Мы с вами, братья и сестры, находимся на скиту Святого Духа Животворящего в зоопарке. Чтобы не запутать людей, которые полны смущения и страха, следует выделить в ситуации с коронавирусом разные уровни понимания. Есть 4 уровня понимания событий. Духовный, политический, экономический и физиологический. Первое – духовное понимание. Этим вирусом людям попущено наказание за разврат и извращение. А тем, кто прямо не причастен к этой блудной вакханалии, за молчаливое соглашательство. На этом уровне понимания от нас требуется, прежде всего, исправление самих себя. Нужны 3 вещи: пост, покаяние и молитва с упованием на Бога. Должно быть ясное понимание, что Господь всегда помилует кающуюся душу. Это путь к преодолению малодушия и маловерия. Они и являются глубинными корнями проблемы. На этом уровне понимания нет страха. Второй уровень понимания немного пониже, политический. Вирус – это военная разработка, спровоцированная глобалистами, чтобы сократить численность людей. И все люди неожиданно оказались в ловушке. Здесь существует политический страх. Еще ниже находится 3-й уровень понимания – экономический. Наличные деньги отменят, и всех ждет голод и электронное рабство. Электронная тюрьма. Электронно-банковский концлагерь. Это экономический страх. И 4-й уровень, самый низкий, физиологический. Вирус опасен и смертелен, и нужно выжить любой ценой. А здесь животный, физиологический страх. А здесь страх ослабляет иммунитет человека и убивает его без всякого вируса. И наша задача – подниматься с физиологического уровня на духовный. Подтягиваем свое понимание. А мы осознаем, что вирус есть и он опасен. Недооценивать вирус и относиться к нему как к обычной болезни – это заблуждение. То есть ситуацию нужно воспринимать серьезно. Но верующий в Бога всегда утвержден в правде Божией. И это ему не дает впасть в ложный страх. Тама, убоявшися страха, иди же небе страх. Низшее физиологическое понимание, связанное со страхом, для нас абсолютно неприемлемо.
Если мы верим в Бога, мы следуем за Христом, веруя Его Слову. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Нельзя недооценивать вирус, он есть и опасен. Тем более не должен нас пугать страх экономический. Ведь если Господь полевые цветы так украшает и птиц питает, тем более нас Он не забудет. А у вас и волосы на голове все сочтены, и так не бойтесь, вы дороже малых птиц. Вот такая прекрасная территория на скиту. Пруд, осень и зоопарк. Можно спокойно присесть, взять удочку, порыбачить, полюбоваться осенью, золотыми листьями. И послушать пение птиц.